Только что закончилась жеребьевка чемпионата России 2019. Со мной представитель команды «Миллион роз» Санкт-Петербурга Андрей Иванов. Привет, расскажи, как тебе вообще результаты? Понравилось? Чего ожидаешь от группового этапа? Ну, честно говоря, наверное, нам получше, что попалась группа из трех команд. У нас есть момент такой, что в составе много новичков, нет еще такой сыгранности. Будем постепенно вкатываться в турниры, вот, поскольку фактически все команды выходят из группы. Да, есть как бы момент, что первое место выходит сразу в А-16 финала, второе место и третье играют в квалификацию. То есть, по сути, никто не вылетает. Может быть, для этого нас и лучше. По соперникам сказать ничего конкретного не могу. Ни команду из Пензы, ни из Клина фактически мы не знаем. Но я думаю, что, в принципе, должно по силам нам быть. И мы должны, в принципе, бороться за первое место в группе. Посмотрим, как будем вкатываться в турнир. В принципе. Что вообще можешь сказать по этому году? Как оцениваешь свои силы? Видела я ваши душераздирающие посты в Инстаграме о том, как мы не готовы. У нас много новых игроков. Как будете выигрывать чемпионат? Ну, у нас нет, по поводу выигрывания чемпионата говорить так, конечно, сложно. У нас с Питера приехали команды, которые более сыграны. Это и Фортуна, и Золотой. Я думаю, что так объективно, если смотреть, это, наверное, самый более подготовленный на данный момент коллектив из Петербурга. У нас очень неплохой по качеству состав, по исполнителям. Есть момент по новым футболистам. Если не ошибаюсь, там человек, порядка 6 человек, которые новые. И вот сейчас вот задача Ромы Герасимова, тренера, как раз все это быстро произвести, вот этот момент адаптации, чтобы ребята вошли в состав, распределить семерки. Поэтому, говорю, вот будет все много видно после первой игры. Будем от этого отталкиваться. Ну давай, назови тогда нам свою тройку фаворитов данного чемпионата. Честно говоря, не знаю состав команд, но я думаю, что коллективы из Москвы будут бороться за первое место. И, наверное, Золотой. Вот это главные фавориты турнира. Спасибо большое, вам удачи. Спасибо.